Но прежде всего я хотела бы сказать, что сегодня мы встречаем наших старых добрых друзей, компанию «Веселый водовоз». И, конечно, мы уже как-то привыкли, что ни один значимый праздник, будь то Новый год, День полного освобождения Ленинграда от блокады или 9 мая, не обходится, чтобы «Веселый водовоз» не привез нам подарки. Во-первых, это значит уважение к ветеранам. Это значит память. Люди знают эти даты, молодое поколение. И, в общем-то, это то, ради чего создавалось наше общество, что после того, как люди, к сожалению, перенесшие войну, уходят из жизни, чтобы эта память осталась в сердцах и в памяти, и чтобы отношение было такое к людям, потому что сейчас идет специальная военная операция, и также люди будут нуждаться в поддержке. Так что большое спасибо компании «Веселый водовоз». Хотелось бы отметить еще лично, знаете, на всех этапах потрясающие отношения. Я хочу сказать отдельное спасибо от всех наших блокадников генеральному директору компании Сосновцеву Сергею Сергеевичу. Вот вы не слышали, а они, когда получают подарки, говорят, низкий им поклон, не зря работаем. У меня мама блокадница, к сожалению, у нас больше никого нет. «Веселый водовоз» в свое время, узнав, что вот она блокадница, осталась одна без мужа, муж у меня тоже умер, вот мы собираемся вдвоем. Больше никто к нам не приходит, мы никого не зовем, потому что все эти столы собирать для нас тяжело. И вот мама давала интервью несколько лет назад, сказала, что ей, ну, спросили, сколько ей лет, она говорит, вот 3 мая будет 80. И компания «Веселый водовоз» через секунду отреагировала. Мы к вам приедем, мы вас поздравим, вы ни о чем не беспокойтесь, мы все привезем с собой, мы вам организуем стол. В общем, это такое яркое событие. Сейчас маме 83,5 года, она до сих пор вспоминает этот праздник.